Не источают зловонный запах и скрыты от людских глаз глубоко под землей. Уникальные мусорные контейнеры, установленные во дворах Михайловки, уже доказали свою эффективность. Выглядят они не как обычные баки для отходов, и пользы от новой системы в разы больше. Как устроены контейнеры и как скоро они могут появиться и в других городах региона, узнала Наталья Линская. На первый взгляд мусорных баков в некоторых дворах Михайловки нет. Зато есть вот такие необычные конструкции. А под ними на глубине около 3 метров находится контейнер для отходов. Один такой заменяет 5 обычных мусорных баков. В эти контейнеры заглубленного типа можно сбрасывать только пищевые отходы. Михайловцы уже успели оценить эту технологию. Мусор не растаскивают по дворам животные, он не гниет. Обычно мимо проходишь, неприятный запах. Особенно, когда дождь пройдет, вот это киснет все. А благодаря контейнерам, да, намного удобнее и почище, конечно, стало. И вид у них такой поцивильнее, чем раньше был. Стало чище, нету запаха. Это чисто, и вообще двор весь чистый. Очень чисто стало. По такой технологии отходы собирают в некоторых крупных городах России. В Волгоградской области пока только в Михайловке. С 2016 года по настоящее время установлено 7 контейнерных площадках заглубленного типа. В текущем году мы планируем установить еще 2 контейнерных площадки. Надеюсь, что наш опыт будет принят и другими муниципалитетами. Вывозят мусор из таких контейнеров не реже 1 раза в сутки. Универсальные машины оборудованы и под стандартные баки, и под заглубленные. Специальный кран вытряхивает мусоровоз содержимое мешков. Они изготовлены из плотной ткани, не промокают и не рвутся. Разбросанного по дворам мусора михайловцы не видели уже почти 2 года. А гуляющих рядом родителей с детьми больше не пугает соседство детского городка и контейнеров.